спасибо большое. Сейчас сообщили ужасную новость. Группа задерживается. Следующая, нам придется играть еще. Это шутка, конечно. Ну, группа задерживается, это не шутка. Следующая песня посвящается Джону Скофилду, нашему кумиру. Я хоть и бас-гитарист, все равно очень люблю. И даже звукорежиссер наш очень любит этого гитариста. Сочинена она, это наша песня, конечно же, гитаристом. Илья Качалин. Я услышал эту песню в исполнении группы Ильи, она называлась «Резонанс». Это было круто. Теперь играем ее мы. Немножко пожестче, конечно, чем было тогда. Танцевать у вас не призываю. Теперь песня сложная на 7 восьмых. Настоящий такой джазовый размер. Мы начнем. Спасибо. Thank you.
еще один ваш аплодисмент. Я же на полном зале, то становится еще теплее, чем было, да? Продолжаем играть, эта группа опаздывает следующая. Соло на басу. Спасибо, очень приятно видеть ваши улыбающиеся лица. Спасибо. Мы группа «Раджа» из Петербурга. Мы играем джаз, тем не менее. В джазовые клубы нас не пускают и правильно делают. Спасибо фестивалю прекрасного «Петроджаз», который дал нам возможность погреметь костями. И вам это, я вижу, доставляет удовольствие, как и нам. Спасибо большое. Последняя песня называется «Чилаут». Это такое испанское слово, которое произнес с акцентом, конечно, диким. Поехали.
и по традиции джазовых концертов мы представляем музыкантов, похоже, группа реально запаздывает. Начну с себя, меня зовут Роман Невелев, я родился в Московском районе, город Санкт-Петербург, ура! Спасибо, да. Всем однополчанам и однесечанам. Спасибо. Следующий прекрасный музыкант, так сказать, самый красивый музыкант нашего коллектива, во всяком случае, вы понимаете, по кого я. Илья Тачанин. Он, по-моему, тоже родился где-то около Московского района. Ну, неважно. Коренной петербуржец, человек-пароход, с Казани больше нечего. Ваши аплодисменты. Спасибо. В области. Сейчас скажу банальность, сердце нашего коллектива. Коллектив наш называется группа «Раджа». Это просто великолепный, дай бог ему здоровья, дай бог нам всем здоровья, что мы с ним познакомились. Это Тёма Мамай. Это звучит очень мощно. Спасибо вам большое.
спасибо. Позитивные к вам эмоции, как и нам всем. Спасибо большое фестивалю «Группа Раджа». До свидания. Раджа! Эти лица вы могли видеть в компании Юрия Шевчука на концертах ДДТ, поскольку именно благодаря им он обязан своим хорошим звуком. Вот. Но также это еще и группа «Пушкинг», и «Терминатор Трио», и еще много замечательных проектов. Так что я думаю, мы их видим не в последний раз, а лишь в первый. Запомните это имя — Раджа.